Всем привет! С вами, как всегда, Светлана и мой канал Сундучок. Сегодня хочу сделать вторую часть видеообзорчика моих орхидеек, которых я новиночек в 14 апреля. Это мои были новиночки. И вот по истечению уже 3 месяцев хочу вам продолжить показать эти три орхидейки. Вот одна, вторая, третья. И показать их изменения. Ну вот, начну с цветущей. С сакуры, которая у меня зацвела. У меня мое домашнее цветение. В первом видео, ссылочка на него вы видите сверху, слева, справа, и также можете посмотреть обзорчик первой части, а это видео автоматически подождет вас, встанет на паузу. Итак, продолжаю. Вот это сакура. Так, ее название полное вот здесь вот. Фаленопсис мики сакура, размер такой-такой-то и такой-то, и там еще много чего написано, но на экране я выставлю его название, и также и в описании под видео я тоже выставлю это название. Именно сейчас эта сакура широко-широко продается в социальных сетях, почти у многих продавцов есть эта сакура. Да, это короткое название сакура, так на самом деле оно длинненькое. И вот в первом виде она у меня была с маленькими носиками, цветоносиками, а теперь вот они уже, эти цветоносики, поднялись, выросли, вот такие они у меня коротенькие получились. И всего, как вы видите, у меня на цветоносиках 3 цветочка. Вот второй, вот третий. Цветочки, конечно, красивые. Вот камера у меня передает очень хорошо. Сейчас немножечко остановлюсь на цветочках, а потом расскажу, почему же у меня их так мало. Поглядите, какой красивый цветок. Очень-очень нежный. Очень, но он маленький, 4-5 сантиметра. Такой вот. Сейчас вот еще этот покажу. Вот, всего 3 цветочка. Видите, белая губа. Камера очень хорошо передает. Белые лепестки в серединке, немножко розовинки. И по краешкам лепестков тоже есть какие-то мазочки. Но хочу вам сказать, что я не знаю, почему у меня так, может быть, он, конечно, должен быть бы и ярче выраженный. Сейчас я вам покажу несколько фотографий с интернета, и вы увидите, что есть еще сакура. Их тоже называют сакурами. Вот один снимок. И вот второй снимок. Это все тоже фаленопсисы, называются сакурами. Короткое название. Видите, и они, как вы видите, все разные. По-разному цветут, но смысл один. Белая губа, белые лепестки и присутствует что-то розовенькое. Теперь немножечко расскажу, почему у меня такое скудное цветение. Виновата я сама. Вот на этом цветоносе должно было у меня 5 цветочков. Вот видите, 3 опала. На этом цветоносе у меня должно было быть 3 цветочка всего. Здесь 2 опала. Виновата я сама, потому что взяла и включила кондиционер.
который прямо дул мне на эту сакуру. Бутончики у меня уже были как раз на стадии раскрывания. Но я, баба такая бешеная, безумная, матюкаюсь сама на себя целыми днями. Взяла, хотела, как всегда, сделать хорошее, приятное для своих орхидеек. У нас очень жарко на Украине. И я им хотела немножко дать прохлады. Ну, как всегда, видите. Получилось, как всегда. Хотела много хорошего, а получилось как-то вот так. Но я все равно рада и этому цветению. Цветочки очень-очень красивые. Смотрю, что почечки вроде будут доцветать. Кончики цветоносов. Вот один и вот второй кончик цветоноса. Что-то не фокусируется. Ну да ладно. Так что, может быть, в скором будущем дождусь что-то еще. Ой, цветение, оно очень-очень нежное, очень нежное. Действительно, как цветок сакуры. Так, теперь хочу вам показать, как она у меня, во что посажена. Посажена она у меня в керамзит. Так, как бы мне подобраться? Может быть, даже вот так вот. Керамзит посажена. И хочу сейчас вам тут покручу, поверчу, покажу. Где-то у меня корешки должны виднеться. Так. Так, не с этой стороны. Так что в керамзите ей... Так. Вот они. Видите, хорошо я в керамзите, я только что вот сейчас их полила. Так, где тут еще? Сейчас чуть-чуть немножко сменю место дислокации камеры. Может быть, вот здесь будет получше. Ну, я думаю, вы все равно успели увидеть. Вон, видите, корешочки. Хорошо себя чувствует, так что буду ждать продолжение цветения. Так, этой орхидейки. И, в общем-то, она у меня находится в горшочке, в моем любимом горшочке. Арте 13,5 диаметр. Сейчас я его переверну, сразу туда орхидейку засуну и перейду к другой моей красавице. Наверное, вот к этой мавывке. Так, ну вот, а сакура у меня, значит, вот так вот стоит. Поливаю я сверху керамзит, но так, чтобы водичка, когда спустится, я ее потом сразу выливаю, чтобы здесь не было застоя. Извиняюсь, что я покрутила камеру на бок, чтобы здесь не было застоя водички и чтобы водичка не зеленела сейчас в наше летнее жаркое время. Итак, теперь, значит, я перехожу вот к третьей малышке. Ой, к третьей, ко второй или к третьей, в общем, не знаю, по какому порядку я их показывала в первой части. Вот теперь так она у меня будет на втором месте. Да, здесь у меня более печальный результат. Вы, может быть, посмотрели первое видео, и сейчас, может, увидите, я вам покажу фото, когда она у меня была более красивая и более живучая. Но сейчас, вот видите, она у меня почему-то не захотела расти. Остался вот этот вот бедненький. Сейчас я его переверну на другую сторону. Вот этот вот маленький, бедненький росточек. Посмотрите, как я его поставила. У меня уже там зарождалась бульбочка, видите? Что-то там уже зарождалось, не знаю. Ну, не знаю. Тоже он у меня рос, стоял в керамзите. Тоже корешки по керамзиту я обрызгивала. Ну, не знаю, почему.
У меня уже были котлейки. Вот пример цветения вы сейчас видите на экране. Это должна быть манюсечка, маленькая менюшечка. Вот. У меня уже были котлейки, которые в керамзите стояли. Я делала видеообзор, и там все очень прекрасно. Почему-то эта котлеечка не захотела у меня жить. Постепенно вот те предыдущие бульбочки, видите, их там сейчас остались только одни пенечки. Вот. Пропали. Вроде это начала вот наклевываться, вот этот вот носик. Но в итоге совсем недавно я смотрю, что и даже были зеленые корешочки. Вот с этой стороны были корешочки. Вот там торчит, вот справа. И совсем недавно, позавчера я поняла, что, наверное, она уже не жилец. Вытащила ее из керамзита. Цветочки, корешки совсем закуклились. Очень-очень мне очень жалко. И вот там я вставила таблеточку угля. Видите, корешков вообще нету. И, наверное, уже ничего не появится. Не знаю, куда уже ее сувать, пихать. Уже стоит просто над мхом сфагнумом. Вот так вот. Я ее там ложу в один цветочек. И не знаю. Вот начала вот эта пимпочка зелененькая. Тоже смотрю, темнеть. Сейчас ее вот очень хорошо видно. Вот. И росточек-то я вижу тоже, что-то он у меня какой-то чаморошный. Как говорится, видите, высохший. Лепесток как-то закрывается. И в итоге он у меня, наверное, скоро загнется. Печалька. Итак, пока посмотрите на сакуру, покажу вам свой третий экземпляр. Вот, кстати, то же самое котлейка. Сейчас момент, я ее хочу поставить на кружочек, на свой зелененький, чтобы вам покрутить. То же самое котлейка, оранжевая, огненная, королевишна, принцесса, рыжая. И поглядите, тоже в керамзите. И вот опять кручу, верчу. И посмотрите, дала росточек. А вот, который уже был. Видите, как поднялся этот росточек, который вот с корешком. Здесь я тоже также поливаю из леечки, аккуратненько по камушкам. Ну вот видите, это у меня прижилась. Ни один листик не пожелтел. Здесь ничего с ней не случилось. После первой записи, после первой части я, вот видите, их попересаживала. Я опять же вот мой любимый керамзит. Видите, это тьфу-тьфу-тьфу. Красотунчик мой пошел. Сейчас докручу до названия. Эти самые не буду показывать корешки, потому что их тут не видно. Они не вылазят, они видать там внутри. Вот ее название. Это золотой павлин переводится. Ну, сейчас для интереса попробую вам в это. Ой, момент, сейчас камеру. Вы посмотрите, пока мой стол. Мой призыв подписаться на мой канал, пока я сейчас это выставила с кашпо двумя руками и покручу, поверчу. Эти камушки зеленеют, конечно, не камушки, керамзит этот, потому что очень жарко у нас на Украине, я уже повторялась, у нас до 40 градусов на солнышке, до 50 даже, а в квартирах 30 градусов тепла.
и приходится включать кондиционеры. Вот, видите? Ой, это тьфу-тьфу-тьфу, вот корешки лезут. Все развивается, красотушка. Ой, это я дождусь, уже так прям чувствую цветение. Видите, она пришла. И в первом видео я показывала, что она уже цвела. Вот отцвевшие у нее кончики цветоносов остались. Где-то сейчас вот здесь вот еще были. Где-то вот там, но это не важно. Факт, что тот, что вот это, вот видите. Вот новый побег идет. Спасибо, мои хорошие, за внимание. Подписывайтесь, еще раз призываю вас подписаться на мой канал. Думаю, может быть, все-таки мои видео кому-то пригодятся. Продолжение следует. До встречи. Пока-пока.